программу по работе с пенсионерами в Якутии в этом году выделили 2 миллиона рублей. О важных направлениях в сфере социальных услуг рассказали сегодня журналистам. Одним из приоритетных направлений является развитие рынка поставщиков услуг. Социальные услуги на дому могут оказывать представители негосударственных организаций. В пилотном режиме в Якутске, Намском и Мегино-Кангаласком районах соцобслуживание на дому 270 граждан передали индивидуальным предпринимателям. Между тем, в Министерстве труда отметили нехватку негосударственных организаций, готовых взяться за такую работу. Одной из главных задач за 2 года стала программа по работе с людьми пенсионного возраста. В 7 муниципальных образованиях продолжают оказывать опеку и попечительство в отношении пожилых людей и инвалидов. Сегодня у нас 96 людей, пожилых людей, находится в 94 семьях. И семьи, которые берут на попечение людей старшего поколения, оплачивается 17 700 рублей ежемесячная выплата. Но там, конечно, есть свои условия. Человек должен иметь отдельную комнату, но и все необходимое для семьи. Составляется трехсторонний договор.